урода. Ну ты молодец. А где твой колесный друг, а? Не скажешь ты. Но, конечно же, он здесь. Сука. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это обновленные темные души. И, конечно же, наш кошачий драконовый рыцарь Каин вас тоже приветствует. Если вам нравится наше с Каином путешествие и вы ждете новую серию, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Ведь именно от такого вашего взаимодействия с видео напрямую зависит, как часто новые серии по темным душам выходят на канале. Также в этом очень помогают ваши репосты. Что ж, мы, собственно, на том же самом месте, где в прошлый раз очень подло одна лысая гнида убила кошачьего драконового рыцаря. Подло убила. Просто подло. Знаете, вот никто здесь не может завалить. Одна падла смогла. Сука. Я уже даже не реагирую на эту хрень. По идее, самое удачное — это вот перекаты возле нее. Первое, что я сделаю, конечно же, я присяду здесь. Обращу опустошение. И зажгу этот костер, наверное. Или не надо? В принципе, еще 10 бутылок эстуса. Хрен на него, наверное. Не будем сжигать, так оставим. Пусть будет. Мы пока еще не прокачиваемся, не глядя на 200 тысяч душек. Просто по одной причине. Выпендриваемся. Сука такая. Вот, знаете, было бы не обидно, если бы после этого он нападал на нас. Ой, да иди в жопу. Ай, ой, иди в жопу, я тебе говорю. Хорошо, а если я скажу «да»? Точно? Да, неловко вышло, мне очень жаль, правда. Ну погоди, получается, что это я не... Надо было раньше сказать. О, надо было раньше соврать. Все делают ошибки. Верный лоскутник. Я знаю, это должно сработать. Сука, не работает это, не работает. Мы на одной стороне, изгнанные мертвецы. По-моему, дивно. По-моему, я лучше отсюда уйду, потому что у меня руки чешутся его убить. Я даже не читаю, серьезно. Так хочется его зарезать просто. Ну а нахер. Вот понимаете, это вот... Это... Недаром же говорят. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А говорить правду, это что же, как недоброе дело, правильно? Сука. Ирод, блин. Что-то за звуки такие. А, это там война идет. А тут скелеты. Скелеты. Воу, десантура! Фига ты! А ну падай. Десантируйся до дна уже. Какие они охреневшие здесь, а? И головы эти летают. Босс? Или не босс? Нет. Ну и хрен с ним. Ну, конечно же, здесь будет... Куча этих архаровцев. А я думал, он уже просочился туда. Иди сюда, твою мать. Что ты будешь меня еще парировать? Нет уж. Сука, он собирается. Он собирается, а где же мне искать его? Ой, мама родная, блин, там же будет сейчас жопа. Слушайте, а можно его спихнуть, а? Он бы и сам рад, да? Но не может. Вот ты можешь. Молодец. Молодец. Ребят, а вы? Сука, они меня так пробьют. Такой ордой-то, а? Нет, надо убивать. Надо убивать. А те парируют. Вот, вот уроды. Но здесь, я так понимаю, можно пройти, да? Но не хочется. Там обрыв. Обрывушка. Ладно, побежали быстро. Ох, чувствую, это первое место, где я помру. Здесь. Не по вине того, что разработчики суки. Ну или очень хорошо знают свое дело. Десантура пошла.
Сука, ты можешь упасть, а? Упади ты. Упади. Мне на на троих меня точно не хватит. Вы уроды. Так, ладно. А где может быть их предводитель, а? Просто где? Я сейчас так забегу в такую оппу. То мне будет точно не сладко. Блин, вот преследуй же. Да пошел ты. Может здесь? ХЗ. Что там внизу? Там внизу еще, причем ползут. Ребят, я, по-моему, завожу себя в сортир. А какого хрена, собственно, а? Он вылез и сразу ударил как-то. Как, не знаю, ладно. Ну, в сортир так в сортир. Давай! Вот, понял? Нет, я понимаю, когда снизу так. Если ты находишься. Он тоже встает, да? Хрен знает. Где предводитель? Где этот долбанный некромант? Да, он собрался. Где он? Ага, вон он. Давайте попробуем. Оп-оп-оп. Если бы еще... Ай! Это просто какая-то жопа, но... Ладно, руби хоть кого-то, а? Я знаю, что это не айс, но... Ну что ж поделаешь, когда такая жопа. Еле вышел. Все хорошо, где этот сраный некромант? Они уже все встали. Это круто. Это просто мега круто, но... Справился. Есть. Сука. Давай, добивай. Понатыкали в тебя. А чё он встал-то? Чё он встал? Некроманта больше нет. Или он не лежал? Волнительный момент. Мы выжили. Мы, блин, выжили. Не знаю как, но мы это сделали. А теперь там куча позади всего пропущена. Посмотрим, вернемся, посмотрим, что там мы напропускали. Думал не возвращаться, а потом... А вдруг что-то ценное пропущу? Да и вы меня не похвалите. Это дырки, да? Я пока не очень хочу падать. Падение, не-не-не, отмена. Отбой, падение потом. Пока не надо. Я там позади всего напропускал тучу. Только я вот не знаю, этот некромант относится к этим уродам или не к этим? М? Хорошо, что еще кошачья бронька крепка. Подъем будет? Я подожду. Мне же надо разобраться. Да, будет. Значит, где-то еще одно есть. Причем собрался только один. Тут странно. Тут эта лажа летает. Дядя, не бушуй. Лежать. Наверное, в той дырке он, да? Зря я так ломанулся. Я просто испугался здесь пропасти, если честно. А она реально здесь... Есть. Оп. Аккуратненько, аккуратненько. А твою! Как же он молодец какой, а? Чтоб его накрыло. Сука, хорошо. Молодцы. Ребят, вы молодцы просто. Давайте я вас здесь один раз урою. И мы пойдем некромант убивать. Если таковой здесь будет вообще. Ни хрена себе, какая дура. А, ну он слабенький, да. Точно. Точно, 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 точно. Сука. Угу. Где некромант? Покажите мне его. Здесь? Сейчас мы его найдем. Сейчас мы его выцепим. Знаете что? Слава богу, я сюда раньше не пошел. Сука, я тебя нашел. Но ты понял, да? Меня.
Ох, меня бы здесь драли. Да, я знаю, там специальное оружие. Сука. Помогло бы, но, блин. То специальное оружие не очень годится, чтобы их рубить. Вверху, да, я понял. Я опять кучу всего понапропускал. Да-да-да, привет. Угу. Вали. Так хорошо, что я еще их с первого удара вырубаю просто. Не, кладбище было бы действительно кладбищем. Короче, это называется «Не ходите, дети, на кладбище играть». Если только вы не готы. Готам можно. Детям нельзя. Что-то светится. Кольцо темной луны. Ну, пока в Багдаде спокойно, я думаю, можно почитать, что за кольцо темной луны такое. Добавляет ячейки магии. Ага. Даруется последователям Гвиндолина, бога темной луны и последнего ребенка Гвина, повелителя света. Добавляет ячейки магии. Гвиндолин темное солнце – это единственный бог, оставшийся в Анор-Лонде. Его немногочисленные последователи выполняют жизненно важные задачи. Это ж какие же? Ну, мне без надобности это колечко, увы, к сожалению. И, кстати, Гвиндолин, я думал, это она, а это, оказывается, он. О, как. Так, ну, в принципе, здесь вроде как ничего такого не было, да? Или я пропустил что-то? Где-то, сука, десантура у меня стояла, да? Угу, сейчас. Я только не понял, что там. Тут две лесенки, сейчас полазим, посмотрим. Здесь бы, кстати, было бы актуально назвать игру не «Темные души», а «Темная земля». Хотя звучит не очень по-английски. Как же? Dark Soil. Во, во как надо было назвать. Типа почва. Было бы в тему. Четко. Потому что душ-то тут темных немного. Одна наша заблудшая, у этих тварей души-то нет. Так, какие-то ошметки. Твари бездушные. И что, ничего? Угу. Ну, все углы я обивать не буду, в жопу. Если я что-то пропущу, вы обязательно мне об этом напишите, если это будет важно. А если не важно, то и нафиг надо вообще тогда. Но Dark Soil звучит, а? Ладно. Побежали сюда. Как-то в этой серии что-то все вот это вот туда-сюда, вот эти вот... Я не очень люблю эти приколы, но что ж поделаешь. На, да. В этом конкретном случае. Да нормально, тут всех убили. Угу. Ну да, можно было бы спрыгнуть, но смысла я не вижу. Я лучше сюда залезу. Наверное, зря этот костерок-то не это самое, не осветил, а? Явно сдохнуть еще придется. Оказалось, что это очевидно. Даже настолько очевидно, что как бы смысла нет. Сейчас будут нас колоть. Сука, все равно попало. И что? Чудо, медленная мирная прогулка. Наверное, что-то она интересное и делает, если ты умеешь колдовать. Дырка, да? Сука, это что за... Это что за нахрен, нифига? Где я вообще? Что такое знакомое место-то, а? А-а-а, нормально, нормально нас откинуло. Это сколько сейчас бежит? Твою мать-то, а? Да, ну ладно. Повторы, повторы. Серьезно. Сколько можно? Сколько можно здесь бегать просто? А?
Ну, благо дело... Что у тебя может быть такое? Табля. Я ее видел или не видел? Видел. Две сабли. Фигня, раз я ей не пользуюсь. Эх, этот пинойщик его. Нифига ты бодренький. Да, эти повторы, это, конечно, очень круто, но что же я могу сделать? Даже я даже не помер. Так что можно ничего не резать. Виновата игра. Она так построена. А? Кто там? Кто там? Кто там? Я тебя вижу. Но попасть не могу. Так, куда нам? Вот сюда. Угу. Идите в жопу. Давай, ты быстренько сдохнешь, да? И не будешь нас сильно убивать. Туда нам не надо, мы там все делали. Если вы не смотрели прошлую серию, посмотрите, она была... Она была такой, знаете, ровненькой. А потом так, оп, и внезапно прервалась. Это подло. Тут никто не встает. Я их просто не очень хочу с собой водить за ручку. Особенно в большом количестве. Поэтому вот так вот полномерно вырезаю. Ни в коем случае я не набираю здесь опыт. Потому что по соточке на нашем текущем уровне это уже вообще не айс. Так. Ну все хорошо. Темно. Страшно. Темные земли. Туда я больше не пойду. Куда нам надо? Куда я изначально хотел? Куда ломанулся? Душа куда вот повела? Темная. Куда и повела. И, кстати, что здесь пишут? Типа, хочешь убиться, да? Впереди. Что впереди? Самоубийство впереди. Ты серьезно? Ты, блин, серьезно? Ты с ума сошел? Да ну нахер, не верю. Не верю, что выживу. Это, блин, нечто. Так. Благо дело, я здесь ни на кого не нарвался. И сейчас посмотрим, что здесь вообще есть. Красненькое есть что-то. Прикоснуться. Намазюкана. Титанитовый упырь, да? Ну давай, упырь. Ну? Чё, можно типа... Сука, я думал, сейчас поймаю его, а? А поймал он меня. Молодец, молодец. Одобряем. Красавец. Могёшь. Ну типа не... Ну не все же время, а? Типа ладно, хорошо, один раз поймал. Но когда я тебя по 200-то пробиваю, это же совершенно другой... Базар. Ка. А. И сейчас прыжок коронный, да? И все равно зацепило. Вот прыжок у него это вот класс. Все остальное говно. Херня собачья. А, это не тот, это холостой прыжок. Слабак. Что там? Демон титанит. Спасибо. Демон титанит нам нахрен не нужен, если честно. Мне пока, я не знаю, для чего они нужны. Я имею в виду, не знаю, какое оружие прокачивать им я могу. Или не оружие. Око смерти. О как. Мы, по-моему, такую хрень находили в большом количестве из жаб. Нет? Разве? Да. Приманивает фантомов с других миров. О. Так, а что же там по Мазюкана было? Что типа он вражина, да? Что он живой? Дивное оружие? Здесь? Где нахер? Устроиться в гробу? Ладно.
Это типа прикол, да? Вот, вот просто вот дурака повалять? Я просто порой не понимаю, как шутят они, или вот эти подсказки действительно надо слушать. Только нагрели, я сейчас как идиот, блин, лежу в этом гробу. Кай, наверное, подъем, да? Нет? Какая морда-то ехидная, а? И не помещается в гробу. Все, вылазим. Этого следовало ожидать, но я не ожидал. Сука, не говори мне, что я куда-то попал в какую-то опу. Нифига себе. Быстро они тебя отволокли. Хлеб великанов. Где великаны? Ну, вообще... прикольно. То, что мы сюда попали, это прикольно. А то, что я теперь не знаю, как выбраться, это вообще не айс. Может быть, в гроб побольше лечь, а? Помолиться саркофагу повелителя могил? Это кто у нас здесь повелитель? А. Ну, помолиться. Вступить в орден или выйти? Ладно, какого хера мы сюда ложились, если я не вступлю в этот орден? Получено достижение орден слуги повелителя могил. Ну, хорошо. Или зря я это сделал. Меч повелителя могил. Чудо, танец, меча, нита. Мы вступили. В такое? Поднести око смерти? Да я никому ни в одном ордене здесь ничего не подносил. Мне не нравятся здешние секты. А вот мечик дайте, пожалуйста, посмотреть. Что это за хитрый такой? А где он вообще? А вот он. 265? Блин, да это не слабо. Плюс 29 еще и... Я не понял, чего мне не хватает для него? Бонус параметром сила здесь не очень, да? Не айс? Вес у него 10. О, блин. Он тяжеленький. Хорошо, что пишут... Типа оружие большой кривой меч, типа атаки резкий удар выпад. Этим мечом вооружены только служители Нита, повелители могил. Первого умершего сделан из костей павших. Меч источает миазмы смерти, которые отравляют все же... Серьезно, ты еще и травишь? Крит. Водка. А где миазмы? Живого тут вообще ничего нету, поэтому... Давай посмотрим на него, вроде как без штрафов. Да, не видно нифига. Ну, знаете, мечик такой. Ну, костяной, все дела. Чем мне это нравится, еще со времен Дьяблы 2, некроманты. Достаточно быстро наносят удары. Слушайте, а сколько там мой был, а? 330. Все-таки. Фиг знает, может попробовать им? Типа немножко. Давайте попробуем. Авось. Будет хорошо. Что пишут-то? Хозяин! Какой-то, я тебя умоляю, хозяин! А выбраться-то как? Ну вот я вступил. Дальше что? Угу. По-моему, я вступил, так вступил. Великан. Угу. Получилось. А, можно обратно. Хорошо, давай. Слушайте, вот... Да, эти фишки, это, конечно, мощно.
Прикольно, да. Ага. В этот раз не пришлось лежать полчаса и думать, дурак или не дурак я. Но это да, это за это и эту игру и стоит любить. Как минимум, за это тоже. Хотя вообще, если вам, как мне, нравится эта игра, это явный признак, что что-то, но все-таки пошло не так. Потому что эта игра — это просто воплощение боли. Здесь боль — это составляющая. Чуть ли не основная. Я бы даже сказал, основная фишка, на которой все строится в этой игре. Хорошо. А куда мне? Сюда мне даже. Окей. Может быть, этот мечик и не столь крут, потому что вы явно о нем мне написали бы. Нет, подожди, падать не надо. Но все-таки. Прикольно, что он у нас есть. Тем более, что он выглядит, ну вот, необычно, да? Кстати, а как двумя руками-то бьешь? Да, по сути, ровно так же. Хорошо, а сильная атака? Ну, ничего так. Нормально, сойдет. Поехали. Оп. Так, здесь мы уже немножко парней порубили. Но только чуть-чуть. Самую, сука, малость. Но начинается. А, я думаю, какая-то херня ползет, а? Слышь ты. 140 тебе хватает. Хорошо. О! Сука, еще и эта хренотень, а? Где оно вообще? Урод. Как же я на тебя не навелся-то, а? Капец, они меня напугали. В смысле, ты встал? А, это колесо его рухнуло. Тут темно, как... анусе просто. Ну давай уже, реагируй на меня. Взрывайся. Угу. Вроде ползу. Бежит, сука. Давай. Ага. Думал меня прокатить, да? Да не вышло. Неплохой мечик, но надо к его ударам привыкнуть. Они весьма специфические. И давай ты. А сколько их там вообще, блин? Сука, хоть глаз выколи. Здесь светло, там темно, охренеть. Вот это трындец просто. Дрить. Какая-то херня там еще происходит. Какая-то херь там творится. Я не вижу вообще. Что-то, какое-то движение есть, а какое? Сука, ломится. Фига себе! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига! Там, сука, рыцарь? Это нихера себе! Мне надо срочно менять меч, потому что что-то я не уверен в крутости этого меча. Как минимум, он не настолько прокачанный, и я им вообще не умею орудовать. Ну? Не, я полечусь, потому что, по-моему, это был рыцарь. Что-то было очень страшное. Как, сука, минимум. У него, типа, там ареал обитания. Я даже не понял, откуда он появился. То ли сверху упал. Угу. А! Вот урода. Ну ты молодец. А где твой колесный друг, а? Не скажешь ты.
Но, конечно же, он здесь. Сука! Я испугался твою колесную базу. Понимаешь? Очень удобно вам вдвоем. Угу. Обломок титанита. Короче, молодцы. Вдвоем меня, конечно, вот это вот можно резать. Я что, очкую вдвоем? Я боюсь. Не зря мяч поменял. Я думаю. А может, зря. Вы же мне по-любому напишите, хороший мячик или нет. По-моему, там еще есть они. Я какое-то движение могу уловить. Легкое. Угу. Покатили. Давай. По-моему, еще один там, кроме этого. Вроде он меня засек, засек он меня. На! С разворотика, а? Красиво-то как. Снял. И опыта дали. Больше. Кстати, там же дырка, я в нее не спрыгнул. И, наверное, это... Куда? Сейчас посмотрим. Свирепый враг впереди. Может быть. Но я вообще не могу к нему попасть. Насколько бы он свиреп не был. Так, а как сюда залезть? Угу. Не, может быть выстрелить? Сейчас попробуем. А может просто обижать? Не. А обижать не канает. Давай попробуем стрельнуть. Попец. Ну куда? Это в попец? Сука, что с прицелом? Ясно. Так это не работает. А как же мне его взять-то? Да етить. Вот это вот я люблю вот это. Как это вообще так? Ай, ладно. Я не знаю. Наверное, с другой стороны как-то попадем. Меня интересует та фигня, которая там светится. Здесь же ни лестницы, ни хрена. Попробуем вернуться. Катакомбы-то. Петрожопы, а здесь ничего нету, а? Ладно. Одна из интересных, знаете ли, локаций. Вот этими вот своими примочками. Хороший симбиоз, я бы сказал. Локации и ребят. Ну, вроде дно есть. Угу, больно. Душа гордого рыцаря. И... Все, да? Ладно, лечись давай. Чё уж там. Душа гордого гопника. Я так понимаю, это вот здесь он тусовался. Я думал, что там такое, блин, маячит. А это вот этот вот рыцарь, падла. Подлина. Здесь тусил. Тварь. Хорошо. Там вообще-то кузнец как будто еще один, но я туда вообще прорваться не могу. И напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, как. Или если вообще это возможно. Тут же и такое может быть. Мы пробираемся все глубже и глубже. Это... Не айс. Босс? Или не босс? Или какой-то другой попандос? Ну ладно. Босс, конечно, стеночка стоит. Нифига себе, он сиганул? А можно нормально как-то цивилизованно спуститься, нет? Что-то какой-то вход, сука, хитрожопый. Ладно, там стенку поставили, но... Ладно.
Монах какой? Очень даже понятно какой. Нечеловеческий. Трехликий какой-то. Заметил. Да, немножко приложили мы. Оп, нифига себе. А мы множимся. А мы, блин, множимся и стреляем. Сука, стой. Сука, стой. Да как это я должен был? Да как это вообще возможно, а? Иди сюда. А что ты? А, ты призываешь, да? Ой, нас немножко прожгло. А где он? Иди сюда. На. Серьезно? Получено достижение обряд возжигания. Используйте обряд возжигания, вы можете возжечь костры сильнее, чем обычно. О, это замечательно. Человечность, обряд возжигания, косточка возвращения. Заметно, насколько я позднее сюда пошел, чем надо было, да? Получилось. Ну, либо он совсем говно. Маска отца. О, точно, потому что я папка. Ох, выпендриваться, да? Это прям мое. Что за маска? Маска отца и так себе она, если честно. По показателям, ну, соответствует, да? Одна из трех масок вихря, некроманта, который украл силу повелителя могил и теперь правит катакомбами. Эта маска храброго отца немного увеличивает количество наносимого снаряжения. Насколько немного? Давай оценим. А где тут мое количество? А, вот настолько немного, на 6 единичек, как бы, но это... Прям настолько немного, что даже как бы только посмотреть на хлебало этого отца. Ну, такое себе. Покореженное. Не, носить я, конечно же, ее не буду. Интересно, а у него было 3 маски, если я правильно увидел. Выпадает по-любому маска отца? Или я папка, потому мне маска отца и выпала? ПЗ. Ладно, это был один из самых фуфловых боссов за всю игру. Я бы даже сказал, наверное, на данном этапе самый фуфловый. Тупо более слабого босса и не придумаешь. Но мы справились, и это как бы вау. Да? Там вон падают постоянно, вечно оттуда ползут. Дальше мы пойдем уже в следующей серии. По-любому что-то будет интересное. Хотя вот видите, на одном эстусе держимся. А если больше будет, если штук 12 у меня эстусов будет, это же вообще ой-ой-ой бутылок. Круто будет, в общем. Обязательно, обязательно. Кстати, в прошлой серии мой тест практически никто и не прошел. Наверное, не досматриваете вы до конца. Ну, ладно, что же. Поклон. Я, кстати, о нем написал. Если вдруг вам сейчас стало интересно, то почитайте, что я написал в своем прикрепленном комментарии под прошлым видео. Только его надо развернуть, потому что я же хитрожопый, я же прячу. Вот как-то так. Что же, если вам понравилась эта серия, она вам должна была понравиться, потому что мы что-то ни разу не сдохли, и это круто, как минимум. Если вам понравилось, как я уделал супер-мега-слабого босса, ставьте лайк. Если вам все это говно не понравилось, смело ставьте дизлайк. И, в общем-то, все на этом вот так вот просто и все. Но поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите на YouTube. Оценивайте их лайком и дизлайком, если вам понравилось или не понравилось. Не оставайтесь в стороне и будете смотреть больше, намного больше того, что вам нравится. И намного того меньше, что вам не нравится. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ссылки есть в описании. И бабай!